Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня готовим вместе. Я только что пришел с работы. Ну и решил по-быстрому что-нибудь приготовить. Сделаю я быстрый ужин, как я его всегда делаю, в одной сковородке. Как его назвать, даже и не знаю. Мы назовем мужской ужин. Или мужской ужин Риттер. Риттер в переводе рыцарь. Так что я много говорить не буду, друзья. Начинаем готовить. И вот что мне сегодня понадобится. Тертый сыр, сливки, фарш. Я взял говядину со свининой, соль, перец, макароны, приправа домашняя зелень, приправа хмели-сунели и растительное масло. Ну и одна луковица. Все, друзья, больше ничего не надо. Итак, поехали. Итак, друзья, ставим сковородку, нагреваем ее. Берем немного растительного масла. Ну, а пока нагревается наше масло, возьмем лук, почистим и нарежем его мелко. Так, нагрелась сковородка. Теперь отправляем туда лук. И поджариваем его немного. Минуты 2-3. В общем, друзья, поджарился лучок. Такой вот золотистой корочкой покрылся. Теперь добавляем туда фарш. У меня 250 грамм. И все так же обжариваем фарш минут 7-10. Ну и встретимся чуть позже. Итак, друзья, фарш с лучком поджарился. Добавляем приправу домашняя зелень. Затем идет перец. Перец во вкусе. Соль. Соль тоже, друзья, по вкусу. Ну и приправа хмели-сунели. И все это дело перемешиваем. Ах, какой запах пошел, друзья. Жаль, что его через экран не передать. Теперь заливаем туда сливки. И опять же все перемешиваем. Теперь, друзья, добавляем макароны. Все высохли. У меня тут оставалось, наверное, где-то 200 грамм, 250 грамм. Все это перемешиваем. Заливаем водой, чтобы покрыты были макароны. И накрываем крышкой на минут 10-12. Друзья, прошло 10 минут. Открываем крышку, выбираем пока в сторону, ставим на средний огонь и выпариваем всю жидкость. Итак, друзья. Жидкость
уже вся выпарилась. Наши макароны уже почти готовы. Теперь последний штрих. Это идет у нас сыр. Добавляем туда тертый сыр. Перемешиваем это все. Так вот. Выключаем плиту и накрываем крышку и снимаем с плиты. Ждем 5 минут. Итак, друзья, наконец-то настал тот самый важный момент, дегустация. Ну и, конечно, я устал после работы, сейчас пока сготовил, пока для вас заснял все. Теперь будем пробовать, друзья. Но я уже не сомневаюсь, что это вкусно, потому что у меня невкусно не бывает. Так что, друзья, пробуем. Просто сказать нечего. Тут просто надо самим взять, сготовить, попробовать. Всего лишь одна сковородка. Все в одной сковородке готовится, друзья. Еще помидорки. Вкуснятище. Советую всем, друзья, попробовать. Ладно, друзья, сейчас буду спокойно кушать, спокойно ужинать. Я надеюсь, что вам этот рецепт понравился. Ну, как по комментариям, если я смотрю, все рецепты вам нравятся. Так что, друзья, продолжайте в том же духе. Ставьте лайки, пишите активно комментарии, как вы это можете все. Мне очень приятно, вам не трудно, но мне приятно. Ну и все, друзья, до скорых встреч!